что, отдохнем? Поехали. Поехали. Заряжай! Ну, с Богом. Приветствую, дорогие уважаемые любители спецтехники. Привет подписчикам. Короче, по факту вызвали. Время вечер. Такая вот работка. Здесь вдоль дороги вон ребята, ну, то траншеи вырыли, они подравнивают и углубили с лишнего. Сейчас это. А мы сейчас, ну там он и не вдоль траншеи, это надо земле убираю. И там вот песок. А песок обратно в канаву. То есть с боков канавы убираем, с боков траншеи землю. И в обратную сторону еду, обратно в яму засыпаем песок со щебенкой. Ну короче, у них по дну котлована пойдет щебенка с песком. Мы, как всегда, пьем чай. Ну, я думаю, тут работаю на минималку. Я уже вдоль траншеи проехался. В ковше у меня колесо. Метка стоит. Как не забыть ее? Вот это тот песок со щебенкой. Сезон сейчас, я вот не люблю в такую погоду выезжать. Задумался, чтобы потом просто так не ездить, я сейчас сюда везу землю, обратно забираю сок. Ехать потом по грязюке, не больно-то охота. Ой, по асфальту грязными колесами надо будет чистить. Вот хер знает, как здесь я возьму. Я там на миссию. У меня сейчас все видео идут под запись, все летние видео я накопилось. Сейчас уже говорю я,
давно уже, я сейчас не снимал. Снимать нечего, и настроения не было снимать. Просто не хотел снимать. Ну-ка отсюда возьмем. Здесь бордюры еще лежат. Им надо без бордюров. Немножко земли что ли взял. Да, погода такая вот. Ресивер задел. Воздух. Погодка не ахти. Земля сырая, что, все равно дожди были. Уже солнца нету толком. Ничего не сохнет. Ну оно и понятно, что осень. Как раз сейчас время ковыряться с погрузчиком. Доводить до ума, подготовить. Подготавливать погрузчик на зиму. Ну, у меня вроде к зиме более-менее все готово. Ну как, масло в коробке поменять надо. Масло у меня куплено уже. Декстрон 3. Я всегда использую АТФ-ку Декстрон в коробку. Так, сталожня бегает всякая тут. Типа спортсмены или школы тут носятся, не знаю. Еще заморосил. Сегодня понедельник у нас. Сейчас я заметил, вот все начали по факту вызывать погрузчики. Раньше звонят за день, за два. Сейчас думаю, что это техники навалом, так в любое время можно. Не всегда так получается у них. Так, что здесь еще? Здесь, по идее, это 2-3 ковша еще, да? Ну, их попробуй возьми. Надо на себя, от себя. Сейчас вот вправо задом, сюда задом уйду. И вот эту кучку на себя вытяну. На себя и ковшом берешь уже, чтобы в котлован не завалилось. И здесь вдоль этого, а только разглажу, наверное, да и все, что, и нормально будет. Дождя мне только не хватало здесь сегодня. Я тут погрузчик собирался на днях помыть. Как раз здесь, в этих краях, есть мойка. Автомойка для грузовых. Ну и грузовые моют, и погрузчик я мыл там по цене нормально. Тут заехал недавно на автомойку. Ну я там мыл уже как-то, я снимал видео. Заезжаю, она мне там заворачивает цену. Чуть ли не 3000, я говорю, что охренели, говорю, что ли.
В том году грязь за полторы вымыл, да? Так цены поднялись. И что? Вода, что ли, выросла в цене? Или что? Ну не полторы же тысячи добавлять-то. Ну, 2,5 где-то так. Да нахрен вы мне нужны. На крайняк самообслуживание заеду, блин. Дешевле будет. Охренеть, блин. Мы так цену нифига не поднимаем. Если так поднимать цену, так мы должны как минимум на 1000 поднимать услуги. А мы так на 100, на 200 рублей поднимешь, так... О, блин, сразу уже. Чё так дорого? Что там, я сверху-то беру, так видно, если с булыжниками я откидываю. Так, жопой в кустарник заезжаем. Тоже не любители этого. Ничего не видно, что там в траве, блин. Вроде здесь не должно ничего такого быть-то. Все-таки не мусорка, не свалка. Да зараза, а. На ресивере у меня крантик. О, сейчас я его закрыл, видимо. Крантик ресивера легкий, мягкий. Чуть задень травой его, и это... Открывается. Все было. Мысль в голове была, чтоб забываю все. Этот крантик снять и закрепать его как-то, что ли, подтянуть. Я говорю, вот такие мелочи вот скрываются, их что-то начинаешь погрузчик делать, то да все, и вот эти мелочи надо записывать. Раньше, когда в паре с кем-то работаешь, с напарником, когда смену сдаешь технику, пишешь все недостатки, которые есть. И также принимаешь, которые там недостатки появились в процессе работы, чтобы сменщик знал. Или устраняешь, если есть возможность. Мастера, вот все это толкать вперед надо. Эти мне ничего не сказали. Сколько времени тут потеряло, сейчас не знаю как. Мы тут по глине катаемся, деваться некуда. Все равно я это делаю, уже разделся. Эту площадку я растолкал, сейчас отъеду, покажу. Ширину 10 метров. Пробульдозировал туда прямо. Вот видно, да?
А эти кучи слева я буду брать и возить. Так, справа я еще попробую культивировать тоже. Они как бы не такие широкие. Плохо идет, глина внизу. С нагрузкой, с пробуксовкой, глина сырая. Придется вот так вот ее перекидывать. Я в том году или позапрошлом в ноябре уехал тоже за город кучи толкать по заморозку, вроде и такие более-менее, но местами тоже сыроватые, а ночью мороз как дал только, а я там погрузчик оставлял, у меня пол ковша глины осталось сырой. Ну что, допоздна работал. Не будешь же уже, надо уезжать. Погрузчик оставил. Некогда было уже с ковша там глину отшибать. А ночью мороз, блин, дал. Даже видео есть. Я там погрузчик на холодную. Двадцатник с лишним морозу было. Я завел, ну, пол ковша глины я возил 2 месяца, блин, некогда было, потом с бортаном уже ломами и кувалдами кое-как поотшибали. Ну, еще час работы, наверное, тут часик работы и крыло делаем. Потом подровняю все, если надо будет. Тут осталось 10 машин. А как будем брать, да и возить. Короче, там разровнял, там все выровнял. Сейчас вот этот песок, все, что они тут из ямы надолбили, туда тянем. Все, ребятки, всем пока, все сделал. О, сзади светит нормально. Верхние фары еще подыму, а то они на капот светят больше. А так все четко, все прибрал, дождь не останавливается, сейчас колеса почищу и едем домой.